Человек, который носит одежду The Cave, какой он? Я думаю, что он вдохновлен, у него горят глаза, он живет идеей изменить мир. Он один из нас. Каждый член команды The Cave дышит ветром перемен и хочет сделать мир вокруг лучше. The Cave — это не просто одежда. Для каждого из нас это драйв, огонь и стимул стать чем-то больше, чем мы есть. Меня вдохновляет развитие бренда. Мне нравится, что результат осязаем и измерим. И через анализ процессов я могу сделать его лучше. Обратная связь от клиентов — это то, что меня заряжает. Мне интересно создание продукта с нуля. Вдохновение можно найти во всем. Природа, какие-то ежедневные действия, люди, сама жизнь. Все это неиссякаемый поток для фантазии и творчества. Любить то, чем ты занимаешься, очень важно. Именно тогда ты понимаешь, что нет ничего невозможного. Мне нравится наполнять мир красотой, видеть, что людям приятно ходить в вещах нашего бренда. Как говорят в Силиконовой долине, мы все стараемся сделать этот мир лучше. Любовь к своему делу, вдохновение и внимательное исследование потребностей клиента – вот ДНК бренда Cave, то, что заставляет пазл сложиться. Сбор пазла – моя работа. Подборка тканей, фурнитуры, вырезка, лекал и отшив первого образца. Я занимаюсь этим уже более 20 лет, и интересовало меня это еще с самого детства. Помню, как увлеченно шивала детали одежды для кукол на бабушкиной старой машинке Зингер. Время шло, и детское хобби превратилось в работу. Меня вдохновляет видеть трансформацию куска материала в вещь, которую кто-то с удовольствием будет носить. И порой, когда я на улице встречаю человека в одежде Cave, я невольно горжусь собой и своей командой, частью которой я являюсь. Я та часть команды, которая превращает задумки дизайнера, лекала в готовые изделия, которые радуют нашего покупателя. Моя работа – это постоянный режим многозадачности. Выезды на производство, контроль технологии и качества, общение с многими людьми, налаживание коммуникации между ними. Истинное наслаждение я испытываю от того, что не знаю, в каком городе я окажусь в ближайшее время, какие задачи передо мной будут поставлены, какие производственные вопросы мне придется решить. Хочется ловить момент и быть максимально полезной компании из The Cave. Наш коллектив наполнен драйвовой атмосферой единомышленников, которая создает общий продукт, и это заряжает. Когда я чувствую поддержку, во мне просыпается ощущение азарта. В такие моменты появляется желание развиваться, помогать бренду достигать чего-то большего всеми доступными способами – созданием креативов, акций, взаимодействием с клиентами и командой. Многозадачность помогает мне находиться в тонусе и не расслабляться. А результат работы становится для меня вдохновением. Каждый из нас находит вдохновение в чем-то своем, но всех нас объединяет одно – желание сделать этот мир лучше, благодаря одежде Cave. Мне важно понимать, что то, что мы делаем, приносит пользу. Ведь не будь нашей компании, не было бы десятков тысяч довольных клиентов, путешествующих по всему миру в одежде Cave. Не было бы сотен рабочих мест. Я люблю анализировать ситуацию, внедрять изменения и улучшения. Мое вдохновение – создание идеального процесса, от разработки моделей до доставки готовых изделий прямо в руки клиентам. Я вижу результат, который достигнут благодаря слаженным действиям всей команды и получаю от этого удовольствие. Одежда сейчас – это не способ защиты от холода, ветра. Это способ самовыражения, способ принадлежности к определенным ценностям, интересам, задачам. Мы создаем одежду для активных людей, которые, как и мы, хотят изменить мир. Одежда – это не о брендах и лейблах. Это о чем-то большем.